Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор автомобильный набор инструментов от компании Top Tool на 150 предметов. Top Tool — профессиональный инструмент высокого качества. Производится инструмент на острове Тайвань. Набор поставляется в таком картонном ящике. Набор не маленький, большой. Перечисляется на упаковке достоинства инструмента. Правда, здесь на английском языке все. Материал изготовления — хром, ванадиевая сталь. Также стандарты набора международные. С обратной стороны есть комплектация самого инструмента. В наборе два рабочих квадрата, 1,2 дюйма и 1,4 дюйма. Две трещотки идут, трещотки силовые, 36 зубьев, разборные, внутренняя часть заменяется, то есть можно купить отдельно трещоточный механизм, он продается отдельно, ремкомплекты, флажковый переключатель право-влево и фиксация головки на трещотке. И также быстрый сброс. Рукоятка идет пластиковая, надпись Top Tool на рукоятке и номер по каталогу также имеется на самой трещотке. Что такое номер по каталогу? Это вот есть каталог Top Tool инструмента. По этому номеру вы можете найти данную трещотку в каталоге. То есть это означает, что также инструмент у вас оригинальный. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 265 мм. Трещотки на 36 зубьев силовые. Трещотка под 1,4 дюйма 145 мм и также на 36 зубьев. Разборная, имеет флажковый переключатель и также номер. На металле. Можно покатать. Воротки. В наборе у нас три воротка. Т-образный вороток. Длина 250 мм. Он также служит как и удлинитель, если снять переходник. Удлинитель 250 мм. Этот адаптер вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительная трещотка или вороток 3/8 дюйма. Так, вороток Г-образный, 250 мм. То есть можно подсоединять трещотки с двух сторон. Вернее, трещотки головки. Также номер по каталогу и надпись Top Tool на металле. В данном случае это номер AFAN 1610. Вороток шарнирный. Длина 360 мм. Очень удобная вещь. Когда докрутить, нужно дожать или сорвать гайку. Сама эта внутренняя часть, шарнир, он разборной. Выкручиваете винт, и также продаются ремкомплекты для него. Top Tool. В данном случае вороток называется CFAE 1615. Это номер по каталогу. Удлинители. 250 мм удлинитель под 1/2 я уже показывал. И еще один есть удлинитель 125 мм. Три удлинителя под 1/4 дюйма. 100 мм, 55 мм и гибкий 150 мм. Два кардана, 1/4 дюйма и 1/2 дюйма. Молоток. Длина 325 мм, рукоятка деревянная, материал изготовления, указывается орех. Вес молотка 500 грамм. Также номер есть у молотка. То есть можете в каталоге найти. Набор Г-образных шестигранных ключей. Вот они в таком пластиковом блистере идут. И теперь по битам. Биты идут в наборе под 1/4 дюйма. И идут биты побольше под... Это здесь один переходник, наверное, на все биты у нас идет. Нет.
разные переходники. Под 1/4 и под 1/2. Под 1/4 у нас биты идут в специальных битодержателях. Вот, биты торкс. Торкс с отверстием есть, обычный торкс, шестигранные биты, крестовые и шлицевые. То есть удобно. Биты применяются через переходник. Адаптер специальный для бит. Вот он идет в комплекте. То есть в адаптер вставляете нужную биту. И есть вот такая отверточная рукоятка. Длина ее 165 мм. Рукоятка, ручка здесь пластиковая. Также номер по каталогу. Вставили и сюда вставили уже нужную биту. И также можете подсоединять сюда и трещотку. Биты под 1/2 дюйма. Здесь их немного. 5 штук. 2 шестигранные. 2 торкс. И 1 крестообразная. Также применяется вот с таким вот битодержателем. Это уже под 1/2. Сюда можно подсоединить или трещотку, или воротки, которые я уже показывал. И теперь перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие есть, головки длинные и головки торкс. Головки длинные, общее количество 13 штук. Самая маленькая 6 мм головка. И самая большая у нас идет 22 мм. Это вот головки длинные. Две свечные головки 21 мм и 16 мм. Внутри имеют резиновые вставки. И головки торкс. Е4 у нас самая маленькая головка торксовская. И самая большая у нас 13. Е20 самая большая. Общее количество головок торкс составляет 11 штук. Самая большая Е20 и самая маленькая Е4. Головки короткие. Под 1/2 дюйма у нас 20 штук. Под 1/4 12 штук. Вот здесь у нас идут короткие. Самая маленькая 4 мм 6 граней. Самая большая 13 мм. Шестигранная также. По головкам коротким под 1/2 у нас самая маленькая 8 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 250 грамм. Головки полностью, они идут без каких-то рифлений, они полностью отполированы. Надпись на головке 32, Top Tool и номер по каталогу имеется. Очень хорошая полировка вообще у инструмента Top Tool. Без каких-либо ни заусен, ни следов от литья, то есть ничего не найдете. Инструмент профессиональный, хорошего качества, отличного качества. Нижние крышки все, в верхней крышке у нас набор ключей комбинированных, общее количество 17 штук. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 24. Видите, нижняя часть, где идет рожок, она немножко уходит вниз. Это очень удобно. Отличная полировка ключа, надпись Top Tool, с обратной стороны номер по каталогу и очень удобная рукоятка, потому что она не широкая, а узенькая, очень хорошо лежит в руке. Ключи разрезные, так называемые для трубопроводов. 4 ключа здесь идет, размеры ключей 10-8, 13-11, 14-12 и ключ 17-19. Это для трубопроводов. Набор выколоток и зубил. В пластиковом держателе идут. Также у каждой единицы вот из данного набора есть номер по каталогу. Вообще весь инструмент в наборе имеет свой номер. Плоскогубцы и кусачки. Плоскогубцы длина 185 мм, кусачки длина 160 мм. Рукоятки идут пластиковые. Ну, очень хорошая комплектация данного набора. Как видите, практически все представлено для обслуживания автомобиля. То есть весь инструмент в одном наборе идет.
клещи. Длина 200 мм. Здесь что указывает у нас на клещах? Указывает, что это хромолибденовая сталь. Клещи CRMO. Надпись Top Tool и номер также по каталогу. И набор отверток. Швейцевые, крестовые. Вот. Такие отвертки идут в наборе. Также номер имеется по каталогу. Размер указан на рукоятке. Здесь идут 4 длинные отвертки у нас. И 2 короткие. Одна крестовая и одна швейцевая. По комплектации данного набора все. Набор уже большой. Запирается он на 4 замка. 2 металлических замка идут спереди. И 2 пластиковых замка идут по бокам верхней крышки. Состоит кейс из 2 частей. Пластиковая зависа, но внутри, вы видите, металлические штыри идут. То есть усилены. В верхней крышке инструмент хорошо держится. Главное, защелкивайте его до конца. Вот ключи. Хорошо все держится на своих местах. Сам, конечно, кейс большой. Вес набора 13,5 килограмма. Ширина кейса 55, длина 41 сантиметр, высота 12 сантиметров. На верхней крышке надпись Top Tool. Главное, все закрывается. Отличный набор с отличной комплектацией. И тем более на инструмент Top Tool гарантия идет пожизненная. Ну, кроме бит, потому что биты — это расходный материал. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому это видео понравилось или помогло с выбором набора инструментов.